Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые наши контрагенты. Сейчас мы с вами находимся на главной странице сайта лаборатории психофизиологического обеспечения. Это наш сайт, сайт ООО НПЦ АКМЭ, научно-прикладного центра АКМЭ. Мы оказываем услуги по получению разрешения Ростехнадзора. Так называемые психофизиологические обследования персонала проводим. И я хотел бы обратить внимание на эту страницу. Это главная, одна из главных страниц нашего сайта, а именно страница под номером 1, называется она «Документы». Что мы здесь с вами можем видеть? Здесь прежде всего у нас расположены наши договора. Смотрите, первый договор. Договор дистанционных ПФО, оплата по предоплате. Редко кто этим пользуется. Хорошо, есть у нас люди, предприятия, организации, которые нам доверяют, то есть работают с нами и по предоплате, но прежде всего люди предпочитают, осторожничают и работают с нами по факту. То есть оплата происходит, мы оказываем услугу, затем уже, собственно, происходит оплата нашей услуги. Это договор номер 2, оплата по факту проведенных ПФО. Кроме того, у нас есть два рамочных договора, договор под номером номер 3 и договор под номером номер 4. Это то же самое, просто это те же самые договоры, только они предполагают пролонгацию. То есть, не, как правило, договор заключается на год, этим тоже редко люди пользуются, предпочитают, у каждого своя схема, своя система какая-то, там торги и так далее, и так далее. Но, тем не менее, рамочные договоры, опять же, один из них — оплата по предоплате и оплата по факту выполненных работ. Кроме того, есть у нас договор аутсорсинга, лабораторию можно взять на аутсорсинг, в общем-то, за символическую сумму, ежемесячный платеж, мы готовы проводить любое количество обследований, независимо, сколько там будет человек, 5, 10, 50, 100 и так далее. Но сумма уже фиксирована. Если предприятие большое, соответственно, там несколько сотен человек подпадает под эту систему получения индивидуальных разрешений Ростехнадзора, соответственно, им бывает выгоднее взять нас на аутсорсинг. Платят определенную сумму предприятие и, соответственно, проводит там обследование тысячи человек, скажем. Это гораздо дешевле. Значит, тут можно посмотреть, как мы работаем с контрагентами по договору и, соответственно, запрос прескуранта цен на дистанционные психофизиологические обследования. Далее, договор по услуге очные психофизиологические обследования. Это мы для местных организаций и предприятий, где вот мы находимся, в Екатеринбурге, в Новоуральске, проводим очные обследования прямо у нас в лаборатории. Далее идут договоры по приобретению продукции. Помимо того, что мы оказываем услугу, мы, кроме того, еще осуществляем изготовление определенной очень специфической продукции. Это прежде всего автоматизированные методики АСЛПФО, на нее у нас получен патент. Это АПК-КД, это предсменный психофизиологический контроль и бланковые качественные и количественные методики. Это большой спектр достаточно интересных, сложных, профессиональных, ни в коем разе не смешных и не журнальных каких-то там тестов, а именно они связаны прежде всего с психическим здоровьем человека, его личностью, темпераментом, характером, функциональным состоянием и так далее. Вот эти методики, они как раз на это направлены. Ну и, собственно, и методики, автоматизированные программные средства, которые мы предлагаем к реализации, они включены вот в эту поставку СЛПФО. Могут продаваться как по отдельности, так и в комплексе, объединенные единой оболочкой АСЛПФО. Далее идут прескуранты цен, имеется в виду для физических лиц, для юридических лиц. Кроме того, мы осуществляем обучение дистанционное через интернет, по скайпу, по вайберу, по ватсапу, как будет удобно нашим коллегам. Мы осуществляем сертификационные курсы и выдаем соответствующий сертификат по обучению, 40 академических часов. Далее идет информационная информация по нашей работе, то, о чем я сейчас говорил, что озвучивал, это инфографика, как мы оказываем услугу, как мы работаем, если у нас хотят что-то приобрести, какую-то нашу продукцию, будь то программы или бланковые методики, и, соответственно, предлагаем лабораторию под ключ, поставку всего-всего и вся, чтобы вот лаборатория была закончена под ключ, как говорится, да, как говорят. То есть предприятие получает лабораторию полностью настроенную в плане автоматизированных методик, в плане качественных бланковых методик, и осуществляем методическое сопровождение этой лаборатории во всех аспектах, в аспектах
документальных, там, организационных, практических, прикладных и так далее. Мы такую лабораторию можем создать. И я бы особо хотел подчеркнуть на этой странице вот вложения, так называемые. Это нормативно-организационные документы ООО НПЦ АКМЭ. Здесь эти документы первым файлом, все, что расположено ниже, можно скачать единым файлом. Весит он 6 мегабайт. Вы нажимаете и загружаете все, что здесь вот указано ниже. Соответственно, если требуется что-то индивидуальное, можно скачать отдельно нашу Библию, то есть тот приказ, который дает жизнь лабораториям психофизиологического обеспечения в Российской Федерации. Приказ номер 532. Это наша Библия. На нем основана вся система психофизиологического обеспечения в России, повторюсь. Кроме того, значит, здесь далее расположен самый важный для нас документ. Каждая лаборатория проходит аттестацию один раз в 5 лет, и мы получили аттестацию в начале 2019 года. Это новый документ, мы начали получать ее, первая аттестация у нас прошла, если не ошибаюсь, в конце 2001 года, где-то это было осенью. И каждые 5 лет у нас есть аттестации там 19, 16, 15, 8 год, 5 год, 2001 год или 2002 мы начали работать. Нет, лаборатория была создана в 2001 осенью 2001 года. Соответственно, аттестовались мы в начале, где-то в начале, в самом начале, буквально в первых, в январе 2002 года. Как-то так происходило. И вот у нас новый акт аттестации за 2019 год. Всего в России существует 32 таких лаборатории, по нашим данным, по нашей информации. Они аттестованы Обнинским научно-исследовательским центром «Прогноз». Далее идут наши карточка предприятия для удобства, она в Word находится, и, соответственно, официальщина, официальная карточка предприятия, она находится в PDF. Далее идет файл контактной информации, где все наши явки, пароли, реквизиты и так далее присутствуют, наши телефоны, имейлы и так далее. Кроме того, как я уже говорил, у нас существует патентное свидетельство, у нас несколько десятков, больше десятка так называемых рационализаторских предложений, ну и, соответственно, у нас имеются патенты на наши программные и практические средства работы, то есть методики и автоматизированные комплексы. Это ПК контроль допуск и патентное свидетельство на автоматизированную систему SLPFO. Далее идет в соответствии с законодательством Российской Федерации политика конфиденциальности по защите персональных данных. Очень важный документ. Мы работаем по белому и законы соблюдаем. Кроме того, значит, обязательным является свидетельство о нашей юридической состоятельности, имеется в виду свидетельство о постановке на учет в российской организации, и наш устав, нашим юристам подготовленный, созданный устав ООО НПЦ АКМЭ. Важная таблица, и все это можно скачать одним файлом или же по отдельности. Нужна ли вам карточка предприятия, акт аттестации, контактная информация и так далее. Это страница номер один, документы. Вторая страница после главной. Вот на этом, пожалуй, все. Если у вас будут какие-то вопросы или что-то вам будет непонятно, задавайте их под этим видео. Но это прежде всего видео для юридических лиц, для наших контрагентов, с которыми мы сотрудничаем. Но давайте для развлечения, для примера покажу наши партнеры. Мы гордимся этой страницей. Здесь партнеры научно-прикладного центра АКМЭ. Соответственно, здесь перечислены все предприятия, с которыми мы работали. И мы без стыда, с полной степенью ответственности говорим, что да, мы с ними сработали от А до Я, начиная от первых звонков, переписок, заключения договорных каких-то отношений, договоров разного характера и содержания. И ни одно из этих предприятий, так скажем, проблем у предприятий с нами не было. Мы гордимся этой страницей, это наше портфолио, как сейчас модно говорить. Тут и нефтегазовые предприятия, и обрабатывающие предприятия, и транспортные предприятия, и прежде всего атомные предприятия, то есть предприятия системы Росатома Российской Федерации, и медицинские организации, и промышленные предприятия, связанные с работой в каких-то областях с потенциально опасными видами работ. Вот можно посмотреть наше портфолио. Тут и учебные предприятия, учебное учреждение Томск, значит, Луганск, мы гордимся тем, что сотрудничаем с Луганской Народной Республикой, с Центром экстренной медицины помощи и катастроф. Здесь у нас и Шлюмберже, как и Евраз, и ГОК, Благовещенск, ВИМ-Авиа, к сожалению,
проблемы у компании возникли, но не по нашей вине. И Шлюмберже, и Росрао, и моряки, капитаны судов, проходящие обследование, прямо в море проходили обследование эти капитаны судов, наши психологические обследования. Уникальная у нас была ситуация с Viking Supply. Авиапредприятия, как я уже говорил, медицинские организации и так далее, иностранные организации, то есть мы сотрудничали с партнерами иностранных организаций, несколько раз у нас вот такие договора были, заключали мы. Соответственно, на этом, наверное, все. Так вот мы работаем, работаем ответственно, внимательно, со всей степенью ответственности, ни одного нарекания за все эти годы нашего существования на деятельность лаборатории психофизиологического обеспечения научно-прикладного центра не было. Ни одного. На этом, пожалуй, все. Благодарю вас за внимание и удачи вам!